как впечатление от первой игры здесь перед тверскими болельщиками в форме ТХК? Ну, как бы болельщиков на Твери достаточно ходит. И при таких трибунах приятно играть, когда они поддерживают команду. Ну, конечно, небольшое волнение было. Хотелось, конечно, проявить себя перед президентом клуба и болельщиками. Как бы доказать, что все-таки не просто так меня пригласили в команду. Вот, ну, в принципе, как бы ребята помогали мне. И я старался помочь команде всем, чем мог. Вы сегодня забили гол. Вот, и вы часто забиваете? Вы же защитник клуба. Ну, когда дают возможность и такие великолепные пасы, как бы тут нужно стараться, конечно, забивать гол. А так, в принципе, да, я защитник, но моя задача обороняться, ну и в неравных составах забивать по возможности голы. Прежде всего, нужно не пропускать. И последний вопрос, самый сложный. Как вы в Твери оказались? Что привело вас в ТКК? Ну, я знаком с тренерским составом, как бы с Кириллом Сергеевичем. Вот, и мы как бы в течение сезона вели переговоры с ним, что как бы в связи с тем, что если у меня недостаточно будет игрового времени в Буране, то есть вариант того, что я могу перейти в тверскую команду. А откуда вы, откуда у вас начинался хоккейный путь? С Москвы тоже? Ну да, я в принципе, у нас город небольшой, там в принципе хоккей не очень славится. Вот, и я поехал в «Спартак» московский, как бы там учился и играл за «Спартак», за молодежную команду.